Фестиваль классической музыки «Хибла Герзма» приглашает и ежегодно знакомит нас с именитыми музыкантами. Это удивительные люди. Они отдают себя музыке без остатка, буквально дышат ею. Именно такой музыкант, заслуженный артист России, виолончелист, дирижер Феликс Коробов был гостем прошедшего 9-го фестиваля. Каждому, кто участвует в постановке спектакля, отведена своя роль. И только в том случае, когда каждый выполнит поставленную перед ним задачу и выложится на все 100, можно говорить о том, что спектакль получился, убежден Коробов. Он называет это не иначе, как сотворчество. Кстати, любимый термин нашего героя. Итак, маэстро Феликс Коробов в проекте «Абаза ТВ» «Брависсимо». Феликс Павлович, говорят, всем родом из детства. Ваша детская мечта, насколько мне известно, стать дирижером, она осуществилась. Вы счастливы? Ну, в общем, да, я занимаюсь любимым делом, то, о чем мечтал с детства, то, чем хочу. И, наверное, может быть, что-то получается, по крайней мере, я делаю то, что я хочу и то, что мне нравится. А есть что-то, чего вам не хватает сегодня в вашей профессии? Да, вы знаете, при всей любви к оперному театру, а это действительно такое место, в котором нельзя находиться, если ты это дело не любишь. Потому что, как говорил Мелик Пашаев, театр – это то место, где ты каждый день забиваешь громадные гвозди голой рукой в дуб. Это тяжелейший труд, и если ты его не любишь, то это пустая трата времени. Так вот, при всей любви к театру, потому что я действительно очень люблю оперу и балет, в общем, в оригинале, в основе я симфонический дирижер. И, к сожалению, вот именно этой практики у меня сейчас очень мало. Ну, во-первых, и театр отнимает колоссальное количество времени. Ну, просто так сложилась судьба, что свою карьеру я начинал там, где обычно многие дирижеры в лучшем случае заканчивают. Моя дирижерская карьера началась в госоркестре Советского Союза. Поэтому старт был уже такой с очень серьезной планкой. Я там работал ассистентом главного дирижера, вел концерты. Это было где-то, наверное, 10-11 лет тому назад. Скажите, а как менялось ваше представление об этой профессии? Вот вы пришли 10 лет назад. Что вы думали об этой профессии тогда? Вы знаете, оно практически не менялось, потому что я знал все это дело немножко изнутри. Я около 15 лет работал концертмейстером группы виолончели в очень хороших оркестрах. Это был Госкапелла России под управлением Полянского. Это был госоркестр, как я считаю, лучший оркестр в то время. И сидя внутри, я понимал, что меня ждет. Знаете, в дирижерской профессии это как Сомерсет Моэм говорил про писательство, что если ты можешь не писать, не пиши. Вот в нашей профессии то же самое. То есть для того, чтобы совершить этот шаг к подиуму, нужно дойти до того состояния, когда ты не дирижировать уже не можешь. А с другой стороны, вот этот мой оркестрантский опыт, он принес очень много пользы, знания изнутри оркестра. И, в общем, он дает мне лишние 10-15 минут на репетиции с незнакомым оркестром, потому что меня меньше проверяют. Скажите, а какова мера ответственности дирижера? Абсолютно. Как она определяется?
кем определяется? Дирижер несет ответственность за все, что происходит на спектакле, на концерте. И в конечный продукт, что получается в конце, с каким ощущением выходит зритель, утомленный длинным спектаклем или не заметивший, как полетели 4 часа. Это наша профессия, потому что мы живем, как бы мы ни говорили о искусстве ради искусства и о того, что мы занимаемся чем-то таким, мы все равно живем для публики. Все равно в оперный театр приходит публика получить удовольствие, получить наслаждение от музыки, получить какие-то сильные чувства и эмоции. И от нас зависит, можем мы их предоставить или нет. Скажите, а вот какая разница между просто дирижером и хорошим дирижером? Настоящим. И как ее определить? Вы знаете, наша профессия — это не новость, это наша профессия состоит из двух частей: из профессии непосредственно, из умений, навыков, опыта. Образование, да, можно сказать. Образование, ремесла. Да. И от того, что необъяснимо словами, и можете у каких угодно дирижеров спрашивать, или у публики, или у критиков, никто вам ничего разумительного не скажет. Да, вот случилось или нет, это очень сложно объяснить, почему мы опять-таки смотрим. А когда я работал в госоркестре, это же видно еще до того, как дирижер поднял руки. Вот он идет, и ты понимаешь, что что-то будет или нет. Он выходит что-то дать тебе, что-то сказать или просто махнуть программу. Это большая разница. Это чувствуется зрителями, чувствуется оркестрантами в первую очередь. Потому что, когда мы работали в госоркестре, перед нами проходило очень много дирижеров за сезон. И на самом деле вот эти две составляющие, они должны быть вместе. Творчество и ремесло, потому что очень часто и безумно скучно сидеть на концерте коллеги, который великолепно владеет мастерством, но нету этого откровения, нету этого разговора. В то же время масса случаев, когда замечательные музыканты пытаются дирижировать, забывая о том, что это очень серьезная профессия, ведь раньше в Московской консерватории все учились 5 лет, а дирижеры учились 6. По самым сложным. Этому обязательно надо учить. Конечно, это сложнейшая профессия. Ее кажущаяся легкость играет очень часто злую шутку. Кажется, что все просто. Вышел, взмахнул руками, полилась музыка. Нет, на самом деле это серьезная и очень сложная работа. Вы часто бываете довольны своей работой? И когда это происходит? Вы знаете, мои студенты знают один мой термин. Есть в жизни какие-то концерты, которые вспоминаешь о том, что это получилось. У меня есть такой термин — нестыдные концерты. Да, случилось событие, было не стыдно. Этот концерт можно будет вспоминать. Их не так много, но, а с другой стороны, театр — это фабрика. Мы выпускаем спектакли, мы играем 29 спектаклей в месяц и должны обеспечить их качество. Более того, не только чисто технологическое, но и чувственное, потому что публика приходит в театр за чувствами. Что бы там ни говорили, но все приходят испытать сильнейшие эмоции. И вот каждый день мы выходим и их отдаем. Вот вы сказали, мои студенты, то есть вы занимаетесь и преподавательской деятельностью тоже, да? Да, 3 года тому назад ректор Московской консерватории позвал меня вернуться и возглавить камерный оркестр Московской консерватории, который, собственно, и приехал сюда на фестиваль к Хибле. Это легендарный коллектив, он был организован очень-очень давно выдающимся камерным исполнителем, музыкантом Михаилом Никитичем Тарианом. И это один из самых элитных коллективов Московской консерватории. Это единственный оркестр консерватории, в которой проходит ежегодный конкурс. Это крем-ля-крем Московской консерватории, практически все участники — лауреаты престижных международных конкурсов, но здесь не важно
только хорошо играть сольно, да, здесь определенное стремление играть камерную музыку, камерное чутье. Вот это очень важно. И как-то коллектив складывается так. Понятно, что каждый год кто-то заканчивает консерваторию, кто-то уходит, но я счастлив тем, что многие остаются. И на сегодняшний день мы немножко поменяли название. Это камерный оркестр студентов, аспирантов и выпускников Московской консерватории. Потому что многие ушедшие, когда какие-то интересные концерты, проекты, они приходят, возвращаются, говорят, мы хотим поиграть, мы хотим что-то еще поделать, нам не хочется отсюда уходить. И многие, кто ушел в аспирантуру и уже не должен получать зачет по оркестру в консерватории, они приходят. И вот сейчас приехали как студенты первых курсов. Так, например, на контрабасе играет Алик Парсаданов. Это мой однокурсник, мой большой друг. Вот мы очень с первых лет в консерватории, как бы это наша компания, это наши друзья. Вот практически все, включая аспирантов консерватории. И я очень рад, потому что это такое какое-то своеобразное сообщество, что ли, да, сообщество людей, которые очень любят музицировать вместе, потому что это действительно очень сложно. Какие у вас музыкальные предпочтения? Есть главный принцип, что ты должен любить то, что исполняешь в данный момент, потому что без этого очень сложно передать это произведение публике, передать свое ощущение от него публике, да. Другое дело, что ты какие-то произведения, может быть, ты больше никогда к ним не вернешься. Ты сыграл, и все. Но есть какой-то, конечно же, круг предпочтений, круг авторов, когда это романтическая музыка, это Малер, Рахманинов, Брукнер, Шостакович, такой пласт 19-20 век. Очень люблю французскую музыку, стал каким-то в Москве негласным специалистом по французской музыке, потому что сыграли очень много премьер за прошлый сезон. Ну и, наверное, такой 20 век, Бриттон. Их много. Скажите, вот вы уже такой маститый, состоявшийся дирижер. А что вы продолжаете искать в своей профессии? Ну, это постоянный процесс, потому что, опять-таки, да, маститость в технологии, в каких-то умениях, навыках, в опыте. Но каждый раз, сталкиваясь с новым пластом музыки, ты же пытаешься найти в этом что-то новое. Невозможно одну и ту же симфонию играть все годы одинаково самому. Более того, невозможно, чтобы она вот есть какое-то эталонное исполнение, оно сохранялось из поколения в поколение. У каждого века, у каждого времени свое отношение, своя интерпретация. Помните у Вайля, дело не в том, что Бах стал другой, мы стали другими. И как сейчас модное течение аутентизм, якобы, да, как реставрация. Но на самом деле это немножко археология в музыке. Это музей. Потому что мы же не приезжаем с вами в каретах и не играем при лучинах. И уже никто не знает, какие на самом деле были инструменты. Это все по описаниям. Не было ни фотографий, ни записи. А поменялось время, поменялось наше отношение. В этом смысле мой, может быть, любимый пример – это два достаточно эталонных исполнения первой симфонии Малера. Когда Бруно Вальтер играет ее и записывает ее до войны, а, допустим, когда это играет Юрий Хатович Темирканов или Цейдзе Адзава, это уже первая симфония, которая преломляется через войну, через Хиросиму, через концлагеря и так далее. То есть совершенно мы набираем другой опыт, у нас другое подсознание. И, естественно, это не может не отражаться в музыке. Спасибо большое. Было очень спасибо. Интересно. Спасибо вам. Thank you.
Мир музыки безграничен. Причем эти границы нивелируются не только в музыкальном, но и географическом смысле. Иначе говоря, музыканты готовы пересечь границы многих стран, чтобы встретиться со зрителем. Но об этом при нашей новой встрече в телепроекте «Брависсимо». Увидимся. Первый коммерческий банк Абхазии, для которого интересы клиента – составная часть успешного бизнеса. Сухумбанк – первый среди равных.